чужих детей не бывает. К каждому материалу ты относишься с душой, переживаешь как свое собственное. На работе переживаний ей хватает с лихвой. Только в этом году инспектор Анна Симонова раскрыла 9 уголовных дел. Говорит, она никогда и не думала, что будет бороться с подростковой преступностью. Но работать в полиции мечтала с детства. Открою такую небольшую тайну, что у меня в детстве все-таки была такая тетрадка, в которой были, приметы каких-то либо преступников. В инспекции по делам несовершеннолетних Анна Симонова уже 7 лет. Она – гордость подразделения. Второй год становится лучшей по боевой и физической подготовке. Но на работе Анна не только профессионал своего дела, но и подруга. Никогда не бросит в беде, говорят коллеги. Мы встречаемся с ней помимо работы, дружим семьями, дружат наши дети, совместно ходят на тренировку по акробатике и гимнастике. Анна Александровна очень хорошая мама. Анна многодетная мама. Семья у нее спортивная. Вместе с мужем они занимаются фитнесом. Сыновья Ваня и Савелий – хоккеисты, а дочка Маша – гимнастка. Она говорит, что мама очень любит порядок. Когда у нее выходные, она прибирается дома. Она трудолюбивая, добрая. А ты когда вырастешь, кем хочешь стать? Врачом. Самые счастливые для них – те моменты, когда все собираются вместе. Анна говорит, нелегко воспитывать собственных детей, когда ты каждый день видишь, как другие приступают закон. Главное – показать им, что такое хорошо на личном примере, считает Анна Симонова. И похоже, ей это удалось. Когда я вырасту, буду полицейским и буду любить преступников, как мама. Александра Подубна, Екатерина Кузнецова, Интера ТВ.